Всем привет, слушаем сегодня разную музыку. Начнем мы с Оксимирона и первого класса. Интересный фит. Ни разу не слушал первого класса. Вообще ни разу. Не, может, когда-нибудь слушал там в школе, да? Когда учился, может, кто-нибудь и ставил. Но я тогда даже, может быть, не знал то, что это он. Давайте послушаем, очень интересно. В принципе, давайте и начнем, да? Что тянуть кота за яйца? Погнали. Оксимирон на подъем, разбуди вулкан, я размораживаю бульдозер, ритуал. Вызываю Франка, ликуй один хуй, твоя, блядь, хочет не один хуй, бить. Она ломается и динамит, но мы палец в ее влагалище динамит. Ты вафел, вот тебе малафья, фалафель, на зубах у твоей бич не шоколадный маффин. Я не знаю, что такое бэд барс, либо у нее шоколадный маффин. Это будут и санкции ваши мамы, нам подруги, ровесницы. До цензуры и хрупкости, до политкорректности. Я заказываю твоих сестер и мать, буду расстегивать, буду растягивать. Заказываю твоих сестер и мать, буду растягивать. Пососи мой хуй, эй, пососи мой хуй, пососи мой хуй, эй, мой красивый хуй, пососи мой хуй, эй, пососи мой хуй, пососи мой хуй, эй, мой красивый хуй. Все, Артем, на подъем, надо панчи искать, нехуй время терять. Твою мать тебя покалеет, что вагину, ну честно, Кать, так не хотел. Жестко. Получается, его зовут Артём, да? Жена-ненавистник. Прикольно. Жена-ненавистник. Ну да, парт жесткий, так это ж хорошо, то, что жесткий парт. То есть это много людей послушает определенно. То есть это всем интересно. Когда какая-то грязь, типа, в тексте, да, происходит. Это всем интересно, это и цепляет, в принципе, людей, да. Потому что это такая агрессивная, так сказать, манера от исполнения, да. Очень интересно и очень круто прям выдал на самом деле. То есть мне вот даже парт больше понравился. Этого, ну, Артём, да, уже вот правильно, да. Очень круто. Ну, это пушка, да, но чё-то все равно как-то очень прям мало. Прям мало прям выдал. Хотелось бы немножко подольше, да, что-нибудь. Ну, хотя бы минуты три, да, чтобы было, допустим. Потому что там очень маленький парт у первого класса. Это грустно, конечно. Но зато это очень мощная получилась коллаба. Очень круто было послушать. Пишите ваше мнение, что вы думаете. Мне очень понравилось по-энергетике прям. Ну и, кстати, он прям такой... Интересный исполнитель, я думаю, первый класс. Ну, его, наверное, сейчас только олд, да, слушают. Ну, конечно, его ж не будут там молодежь, да, слушать, грубо говоря, потому что мало кто о нем знает. Ну вот. А благодаря Оксимирону о нем, возможно, и узнает молодежь. Возможно, что-нибудь послушать из его песен, да? Пишите свое мнение, что вы думаете. Очень круто, прям круто, понравилось реально, прям годно. Годно очень. Так, погнали дальше. Сейчас мы слушаем кого? Правильно, слушаем Егора Споти. Давно его не слушали, давайте два трека послушаем его. Это забыл имена. Начнем с этого трека. Ну-ка, чё он интересно. Вышел 26 мая еще, ух, так сказать. Ну, летом, ну, почти летом, весной вышел. Давайте послушаем. Ну-ка. С какого момента?
А, с расставания? Сколько времени прошло с того момента, просто пойми, нам не быть вместе, я так много думал все это время, и скажу тебе, слушай, стой, в голове бардак, я обновлюсь сейчас, нет ни шага назад, забыл имена всех, кто меня предал, я забыл имена. Стой, в голове бардак, я обновлю сейчас, нет ни шага назад, забыл имена всех, кто меня предал, я забыл имена. А, очень быстрый трек, прям быстрый трек. Прикольно было по музыке, да, здесь. Ну, конечно, очень прям мало по тексту. По тексту было мало, не было какого-нибудь раскрытия вот этой истории, да, с расставанием. Но по музыке прикольно. Не скажу то, что прям очень офигенный трек, ну, как бы слушать можно, слушабельно, в принципе, где-нибудь. Не знаю, может, на 6 из 10 я поставил бы. Хороший, хороший трек. Музыка прикольная. Вот. Не знаю. Конечно, история, ну, грустная, чего. Но это жизнь, как бы. Чё вы хотели. Так, послушаем второй трек, да, еще. «Я не уйду». Это фит, получается, да, у нас будет. Шерли Ед, не знаю, кто это тоже. Малоизвестный исполнитель, я так понял. Землянин, прием! Вы еще не были на выставке «Космодрайв»? Исполни детскую мечту и покажи ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 24 сентября в ТРЦ «Родина». Космодрайв.ком. Нопис. ТРЦ «Родина». Это у нас в городе. Привет. Знаешь, у нас вечно проблемы, и мы не умеем их решать. Пока ты на работе, я забрала свои вещи и уезжаю. Спасибо за все, но больше мне не пиши. Люблю. Я не уйду, и даже думать об этом не стоит. Ведь я люблю. Я не умру, и как бы сложно ни было, иду я по прямой дальше, чтобы встретить тебя. Я не уйду, и даже думать об этом не стоит, ведь я люблю. Я не умру, и как бы сложно ни было, иду я по прямой дальше, чтобы встретить тебя. Взгляну в глаза твои, и снова звезда подруби, снова замер пульс. Я вновь почувствовал твой вкус, и как же мне молчать? Я люблю тебя всерьез, но снова ком внутри, и я мол... Лирика, да, опять? Ну, кстати, голос как-то здесь странно вообще звучит, голос. Он такой какой-то, типа... Либо тихий, либо сведение, как бы такое, как бы странное, да? То есть, странно как-то вообще звучит. Молчу опять, я один на веки обречен, я с тобой вечно разлучен, я прошу удачи, помоги, я, но каждый раз я вновь один. Я не уйду, и даже думать об этом не стоит, ведь я люблю. Я не умру, и как бы сложно ни было, иду я по прямой дальше, чтобы встретить тебя. Я не уйду, сказав, мысли залип опять, и темнота в глазах, я прогорал раз пять. Снова тебе повторять, я так устал дышать, рядом с тобой я мал, я так морально
устал. Ты разбивала меня, я закрывал глаза. Ты избегала меня, я заорал тогда. Хватит морально ломать, мысли мои клянять. И мне снова лгать, и за спиной обсуждать. Я не уйду, и даже думать об этом не стоит. Ведь я люблю, ведь я люблю. Я не умру, и как бы сложно ни было, иду я по прямой дальше, чтобы встретить тебя. Я не уйду, и даже думать об этом не стоит. Ведь я люблю, ведь я люблю. Я не умру, и как бы сложно ни было, иду я по прямой дальше, чтобы встретить тебя. Ну, вот концовка хорошая, да, а сам как бы трек, он ничем не цепляет, то есть, да, он как бы обычный типа трек, то есть такой, конечно, грустный, да, но нет вот, ничего как бы интересного, как бы, понимаете, ну, типа бит, да, то есть, и ничего, в принципе, не меняется, да, вот, вот как-то странно очень. Вот тот трек... Забыл имена, как-то больше понравилось. Ну, там, наверное, из-за музыки побольше. Да, из-за музыки побольше части понравилось. А здесь прям вообще как-то, то есть, его второй исполнитель, голос такой прикольный, акцент у него. Не знаю, вот как-то это как-то даже послабее, то есть, наверное, типа 5, наверное, из 10. Где-то так, то есть. Может быть, фанаты и найдутся, да, на такую музыку, но не знаю. Кому понравилось, в принципе, вот, как бы, Spotify Music, слушайте, заходите, кому нравится, как бы, такая музыка. Но, как бы, есть к чему стремиться, да, я думаю. Это в августе, прям недавно, да, был трек, то есть тот в мае был, забыл именно этот в августе. Но забыл именно, больше понравился трек. Больше. А здесь даже и сложно что-то как бы для себя выделить, если честно. Такое вот, такое. Неоднозначно. Топчик. Грустно. Да. Такая вот лирика, конечно. Ладно, что, послушаем дальше. Что у нас дальше? Вот, кстати, ребята, насчет Фараона, а стоит слушать вообще этот альбом или нет? Как вам альбом понравился? Лучше, чем филармония? Скажите свои комменты, да, если будет прям много, прям там, давай слушать хотя бы, там, не знаю, сколько комментов. Ну, много комментов, да, типа, давай послушаем, то обязательно послушаем. Ну, вот, остановился я на песне «Снайпер», не знаю, как-то меня на своим... названием подкупило, что ли, не знаю. Ну давайте послушаем, что оценим. Снайпер. Прикольная музыка. Я не понимаю, что ты несешь. За мной гэнгли, и вот ты вождь. Три пеппер, но сука, полный зал и пош. Походу я пижу, я не люблю пош. Ты был мой друг, теперь ты хуйня. Дверь, что ты можешь сделать для меня. Она сзади буллетпроф, моя спина. Она сверху буллетпроф, моя семья. Бэби, ты со мной всегда кипятил. Потом пойму, до чего я жил. Целый микс внутри моих жил. Молодые называют меня G. Те, кто старше, зовут меня G. Я просто молодой убийца лжи. Нахуй, что хуёво для моей души. Со мной, что пизда для моей души. Мне скучно среди упоротых. Я любимый монах в моем городе. Я так много мучу для своих. Для кого перестали лишь земля успокоиться. Зачем только подсаска. Должно идти лишь делами без повода. Моя хатя на баках, лишь пара квартир. Это лишь гардеробная комната. Ничего не мутил никогда за спиной. Но твой это просто умором. Ты запомни, уебок нет шансов. Против души чистой и моего опыта. Всем свое время, но ты проебалка. Но только ты решил ускориться. Я на моем свеге кода. Как она в бите, что колотит как колокол. Типа я не такой, никогда бы дождь, заново расстроюсь. Я там, где есть, потому что не проси, не верь, сука, не бойся. Если нихуя своего, то ты шаман, почти закололся. Мой ролик знаком с опере, могу дать воды, сходи, сука, умойся. Почему все рэперы сейчас, один, они все.
все одинаковые? Почему? Почему сейчас все рэперы одинаковые, да? Ну, кстати, он в чем-то прав. В чем-то прав. Каждый пытается что-то взять от друг друга, да? Каждый пытается копировать друг друга. Ну, в принципе, в этом он прав. Блин, какая музыка классная, да? Вообще музыка топ. Вообще очень прям классная. Реально манит прям. Они все одинаковые. Почему все врут об одном все? Пришли бабу, мама, сдай на ебальники. Среди них нет бандитов, бары. Дети штатов и крыши интернета. Эти ёбы между нами не будет пальбы. Просто я не лет. Я не понимаю, что ты несешь. За мной гэнгли, его ты вождь. Три пеппер, но сука, полный зал и пош. Походу я пижу, я не люблю почту. Был мой друг, теперь ты хуйня. Дверь, что ты можешь делать для меня. Она сзади буллипруф, моя спина. Она сверху буллипруф, моя семья. Бэби, ты со мной всегда кипятил. Вот пойму, до чего я жил. Целый миг. Прям вот, вот эта часть идеальная, прям. Это очень идеальная часть, прям. Прям, ну, круто он прям здесь раскладывается, прям. Ну, это охуенно. Вот пойму, до чего я жил. Целый микс внутри моих жил. Молодые называют меня Джи. Те, кто старше, зовут меня Джи. Я просто молодой убийца Джи. На что хуёво для моей души. Со мной что пизда для моей души. Вау. Годная. Не, ну прям очень растет, прям очень растет музыки, очень годная, здравая, прям здравая песня, очень крутая, мне понравилась. 10 из 10 поставлю музыку, вот этот бит, да. Его голос прям очень приятный. Такая обложка здесь, что он стоит, что-то там, типа курит, да, сигарету. Да. Ну, он такой взрослый уже, все это как бы отец, как бы он состоявшийся артист, да, как бы, да. Его каждая там муха знает, вообще каждая мошка его знает. Не, ну, типа, игровой, то есть все его знают. Понятное дело, и он как бы делает, пытается. На уровне таком. Но сейчас, конечно, его, мне кажется, уже меньше, да, слушают. Почему-то мне так кажется, почему-то. Типа раньше же было, конечно, больше хайпово. Там, вокруг его, то есть, там, личности, да. Сейчас, конечно, поменьше, мне кажется, слушают. Ну, в основном фанаты, я думаю, слушают, и все. Почему-то у меня такое мнение. Не, он трек очень годный, прям мне понравилось по вайбу, прям по музыке. И по тексту даже очень круто, прям. Очень классные моменты. Блин, а не зря, да, этот трек выбрал? Ну-ка, ребят, давайте сделаем здесь 100 лайков, и альбом будет. Да ладно, шучу, хотя бы лайков 80. Ну, короче, много комментов, если будет, то будем альбом слушать. Ну, если вам интересно, конечно. А так мне прям, ну, пиздец, очень понравилось. Так. Просили послушать вот official music video. Я не знаю, это его оригинальный клип или нет у Токсиса. Хай-е-го-хо. Давайте послушаем. Попросили. Погнали. Говорю, хай-е-го-хо. То есть... А, типа, его девушке привет, да, говорит? Ну. Говорю, хай, его хоу, всегда отвечает привет. Я ловлю кайф и только прыгаю в новый корвет. Я могу тратить много, купи себе модный бренд. Но не могу тратить ее, но ей нет 18 лет. Говорю, хай, его хоу, говорю, хай, его хоу, говорю, хай, его хоу. Блин, ну очень позитивный, прям позитивный парень. Вот реально позитивный, вот от него прям прет, прям хорошая энергетика и положительная, то есть, ну, вот, а по нему видно, то есть он хороший парень, я думаю. Говорю, хай, его хоу. Говорю, хай, его хоу. Говорю, хай, его хоу. Боже, как я крут. Хочу джу. Майкл Джексон. Хи-хи. Да я тут. Я не...
Майкл Джексон. Хи-хи. Блять, это топ. Вливаю один хин. Я вливаю ту. Парень хочет со мной. Дым-дым. Пою афу. Ого, это его реальный голос такой, да? Нифига себе, это что такое? То есть, это его реальный голос или как-то обработка, наверное? Дым-дым. Пою афу. Пою афу. Парень, ты глуп. Я пишу эти хиты дома, даже не езжу на стул. Даже не езжу на стул, но все равно вас нагну. Я считаю сотни, я считаю сотни, я считаю сотни, дай плу. Говорю хай его хоу. Говорю хай его хоу. Говорю хай его хоу. Говорю хай его хоу. Хай. Говорю хай его хоу. Говорю хай его хоу. Говорю хай его хоу. Говорю хай его хоу. Блин, годно, годно. И музыка такая приятная, и припев классный, и как голос он вообще сменил. Вот, ребят, оставьте коммент, это его реальный, то есть, голос? Не-не-не, то есть, не. Как он так голос меняется-то? Я что-то видел видос, да? Где у него там, типа, один голос был, потом, оп, изменил сразу голос, то есть. Это, видимо, у него какие-то там... Типа, данные, ну, как... Как эта хуйня называется, блин? Я забыл, скажите в комментах. То есть, типа, с помощью он голос меняет, а как эти... Скажите, интересно будет узнать ваше мнение, как вам вообще этот трек, мне очень прям понравился. Ну, как бы клип, я не знаю, официальный, неофициальный, но прям, ну, годный трек. Прям, ну, такое. Такой вайб классный. Я говорю, хай-йо-хо. Это ж надо такой трек, да, придумать? Я говорю, хай-йо-хо. Интересный исполнитель вообще, Токсис. Не знаю, пишите ваши его любимые песни, мы, может, будем слушать, как бы. По альбомам не знаю, я, наверное, альбомы слушать не буду. А вот по трекам, да, какие у вас любимые, в принципе, скажите в комментах, будем что слушать, как бы. Поставлю 10 из 10. Ну, годно. И заканчиваем мы сегодняшний видос. Ребята что-то писали, там, давайте больше Кайенджела и Наймайс. Ну, давайте вот Наймайса послушаем, песня месяц назад вышла. Героиня, да? Давайте послушаем. Чё пишите ещё, что послушать? Вы вот говорите, типа, больше давайте слушать, да? А сами и песни там, ну, как бы... Скажите там песни, какие вам, ну, интересны. Погнали. Героиня. А! Героина, о, героина, о. Такая, короче. Да, что песня очень прям знакомая, да? Я не помню исполнителя. Реальным ублюдком, почему? Почему? Молодую кровь, и она нашла. Я пострадавший в этой драме с тобой. А ты, героиня, 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 героиня. Я хочу тебя одну, прямо ща, прямо ща. Никто из них.
только ты. Я хочу, чтобы ты была моя. Блин, это прикольно. В целом, прикольный мотив у песни, прикольный, да. То есть, мотив реально прикольный, музыка классная. Я, как бы, я эту песню слушал, ну, оригинальную, да, вот. Где он поет, да, припев, оп, героиня, да, вот это. То есть, есть такой трек у американского вроде исполнителя, если я не ошибаюсь, либо нет. Не, я точно уже не помню, да. Но прикольно, прикольно, его голос классно, ну, он наймается, да. Мне даже голос дальше больше его нравится, чем у Кай Энджела почему-то. Не знаю, я какой-то более такой. Если у Кай Энджела такой голос более как-то... Не знаю, агрессивный, не агрессивный, да? Но у Наймайса он помягче голос. Ну, это реально слышится. Почему-то у меня такое мнение. В общем, вот, как-то так. Не знаю, ну, в целом трек-то хороший, 80 поставил бы, то есть мне тут немножко, может быть, ну, чего-то не хватило, не знаю, даже мои личные, так сказать, взгляды, да, наверное, то есть не хватило как-то больше, ну, может быть, по тексту чего-нибудь интересного, да, такой, то есть не вау, но и как бы годно. Не вам, но и годный такой. Хороший трек, хороший. Этот такой плотный. Ровный трек, ровный. Поэтому 80 поставлю. Ну и вайб такой, не знаю, пока что его... Ну, вроде уловил, вроде нет, хер пойми пока что. И для себя я пока что не понял. Пишите, что вы думаете. Пишите, что еще послушать и... До новых встреч, всем удачи, хорошего настроения, я всех обнял, всем пока.